Здравствуйте. И мы тут сразу попадаем в экшен. Это четвертый уровень. Я даже не знаю, как описать это. Это вот такие вот строения. И прежде всего мы пойдем в то, откуда черепушки вылетают. Потому что там есть дела. Сначала их аккуратно расстреляем, потому что их тут достаточно много. Заберем здесь печеньки. Так, и нажмем вот этот переключатель, чтобы открыть стену. Ребята начали веселиться, отлично. Аккуратно спускаемся здесь, потому что иногда эти ребята могут нас блокировать. Да, нам повезло. Так, попытаюсь взорвать вон ту бочку. Прекрасно, вот эти вот тоже. Сколько вас? Отлично. Так, эту бочку тоже взорвем. Заберем синий ключ. И вот этот переключатель. Секрет. Потому что, разумеется, он дает нам доступ к плазме. И... ну да, я могу потратить плазму на них. Так, и... Стоп. Я тебя видел. Синим ключом открываем вот эту вот дверь. Взрываем эту бочку. Я знаю, что вы ее не видите, но она там. Прорываемся сюда. Убиваем остальных гадов. Убираем красный ключ и ракетницу. Убиваем этих ребят. И далее... если мы возьмем ту синюю сферу, то откроется вот эта стена. Мы добываем супер-дробовик вместе с пулеметом, который обронил пулеметчик. Давайте его воспользуемся. И в этой комнате немного ракет, которые мы используем для... того, чтобы очистить вон то помещение. Насколько это возможно. А остальных просто поджарим плазмой. Да, там за стенами ребята, они оттуда телепортируются и... Так, кто-то не телепортировался. Я вроде тебя тут слышу. Или нет? Где ты? Дверь сама по себе еще открывается. Странно. А, ты вот ты где. А, он и дверь оттуда открывает. Какой умелый молодой человек. И мертвый. Да? И четвертый уровень. Канализация. Оп. Забегая вперед, скажу, что это еще не самая канализационная канализация в этом маппаке. Буквально следующим уровнем будет настоящая такая олдскульная канализация, как мы все любим. Вот, а так... Нечего сказать про этот уровень, он... Типичный, наверное, для своего времени. Да? Ну и на этом, наверное, и закончим текущий ролик. Спасибо большое за просмотр и всего доброго!